Всем привет, друзья! Вы на канале Free to Play Games. С вами Михаил, это игра Mobile Legends Adventure. Это мой основной аккаунт. И сегодня хочу поделать немного призывов. И собралось довольно приличное количество монет Луномантии. Хочу поделать призывчики Луномантии и быстрее собрать Эсмеральди сет, чтобы снять гайд по этому персонажу. Почти он у меня полностью прокачан, не хватает только карт. Друзья, если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку, друзья. Мы начинаем. Итак, друзья, после того, как подкачал Нимбус Эйдору, пробудил, играю таким вот составом. Дошел до 42 главы. Пока проблем никаких нету, но уже с трудом проходится, но тем не менее, пока нигде еще не застопорился. Как видите, убрал с этой команды Харли, поставил Гвиньку, более эффективно получается. Нету этого рассинхрона, когда Харли убирает в шляпу как раз того, на кого летит ульта Смиральды. И попадает она в молоко. Так, друзья, давайте зайдем в магазин. Посмотрим, может что-то можно. В принципе, можно, но надо обновлять. 5 дней, наверное, не буду. Тут ничего. Тут мы ждем. Тут мы тоже ждем. Тут я уже купил. Ну, тогда погнали сразу делать призывы. Их совсем немного. Много чудесных, 82. Ничего себе, где-то они поднакопились. Так, дружеский призыв. И сразу эпик. Кто у нас? Нейтан. Нейтан, это, конечно, хорошо. Но это не то, что мне сейчас нужно. Так, 20 священных клятв. Продолжаем собирать. Собирать Акаши. И третья Акаши есть. Погнали еще. Два подряд точно не будет. Но тем не менее. Что-то может полезное. Ни черта такого. Так, чудесные призывы, друзья. Кого бы попризывать? Кто у меня проседает? Или в стихию? Давайте стихию дальше буду. Хотя у меня там Валира надо докачать. Валира надо докачать однозначно. Так, и мне одной копии не хватает Валира, чтобы его сразу И вот, друзья, игра как будто меня услышала. Копия Валира есть. Теперь кормежечки как раз нам с 80 призывов, думаю, будет достаточно. Друзья, еще и Нимбус Эйдора. Ну, это прям шикарно. Шикарно. Мы ее, по-моему, еще даже прокачаем. А я думал, может даже и выкупить ее. Может даже выкупить. И еще Нимбус Эйдора. Ну, это прям от души сыпет. Друзья, это шикарно. Две копии Нимбус Эйдоры. Так, и обычный премиум призывчик. Один. И тоже эпик. Ну, насыпала от души. Селена, по-моему, тоже я ее могу пробудить. Ну, отлично. Здесь. Здесь давайте, наверное, кэри бы мне еще. Ну, выпал Клауд. Но мы роптать не будем, потому что, по-моему, призыв был шикарным. Друзья, так, в сумочку зайдем. Зайдем в сумочку, фрагменты все попризываю. Поднакопилось немного, конечно, но... Тем не менее. Так. Ничего не пропускаем. Так, 10... персонажей Акаши. Ну, друзья, это прям
Супер. Супер, сегодня удача на моей стороне. И склятв Акаши, и еще и Селена. Отлично. Из фрагментов Акаши. Так, надо на Акаши сначала поставить замочки. По-моему, друзья, я как раз и держал место для них. Сейчас проверю. Да, друзья, как раз вот они и пригодились эти места. Сразу поставлю. Отлично. Отлично, идем делать слияние. Так, главное, чтобы хватило нам так, Нимбус Эйдора. 11 звезд, шикарно. Может, даже куплю еще копию, посмотрим, как пойдет. Погнали, друзья. Хватает? По-моему, хватает. Делаем циклопа и пробуждаем Валира. Отлично. Ну, это прям, друзья, я Акаши выпал с фрагментов. Это прям я такое редко видел у кого. Бывало, конечно, но прям очень редко. Это повезло, повезло. Так, есть Акаши. Пробуждаем. И картишки на него можем уже ставить. Так, дальше ничего тут интересного. Технари можно сделать, но я коплю на кэри. На кэри, а кэри мне не выпадает. Бойцы. В бойцах, кого я качаю? Ван-ван. Ван-ван, но здесь кормежки нету. Можно, в принципе, Ланселота слить. Но спешить не буду. Так, здесь мы качаем. Кого мы качаем? Можно сделать. Можно сделать кормеху. Петушканчика. Кая. И, наверное, в адету влить. С танками у меня проблем сейчас нету. Эсмеральда танкует за двоих. И Акай у меня подкачан тоже. Поэтому уйдем в дамаг. Так, открыли сосуд души. Так, у меня еще две кормехи есть. Ну, наверное, засейвим. Не хватает двух гвинек. Так, а это не Рафаэльки, это Адетты. Это я гоню. Надо еще кормеху и сразу адетту мы пробудим. Так, тут у нас шестерочка Селены, но больше, я думал, у меня есть еще и копии. Но их нету. И кормехи тоже что-то по тьме. Кормехи мало, тут мы все закрыли. Так, отлично. Отлично, друзья, теперь переходим к... Так, посмотрим, сколько древних верований есть что-то. Можно подкачать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, открылся у меня еще эволюция славы. Попробуем. Так, ну погнали. Погнали, погнали. Мне нужна Эсмеральда. Эсмеральда. Карты на нее. Так, на кого это? Кэрри. Но это на будущее, на большое будущее. Так. Следующее, по идее, должен быть золото. Картишка. Ангела тоже хорошо, но
Друзья, не портите мне малину. Вы, конечно, игра, ты мне на призывах отсыпала от души, но, блин, хоть одну карту Эсмеральды дай. Так, есть Эсмеральда карта. Еще гарантом возьмем. Так, и последний. Так, еще одно золото. Кто это у нас? И Нимбус Эйдора. Ну, отлично. Не хватает. Так, давайте я сразу поставлю карту. Карту. Это не повторка? Нет, не повторка. Отлично. Так, мы открыли второй талант по картам. Еще уменьшение атаки и защиты. Отлично. Теперь я могу точно в Луномантии по картам взять еще раз Эсмеральду. Есть. Так, забираем все и чуть-чуть не хватает. Так, может мы распылим? Вряд ли, конечно, выпадет золото. По-моему, мы на золоте закончили. Но, тем не менее, будем на шаг ближе к гаранту. Ну, неплохо. Неплохо. Так, давайте посмотрим эволюцию. С кубиками еще толком не вникал, что это да как. Ну вот что-то выпало на Адетту. Ну хорошо, посмотрим, можно ли поставить. Так, друзья. Ну, в общем, вот такое видео получилось. Удалось сделать все, что хотел. Осталось две карты на Эсмеральду, и можно будет снимать обзор. И думаю, за это время еще получится подсобрать соплей и еще выше уровней поднять, и будет более презентабельный гайдик. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой. До новых встреч!